Работники одного из крупнейших предприятий горно-металлургической отрасли ArcelorMittal снова пикетировали окружной административный суд столицы. Сегодня здесь должно было состояться рассмотрение дела по иску завода к Национальной службе посредничества и примирения. Но из-за отсутствия необходимых документов, которые истец затребовал не своевременно, заседание вновь перенесли. Представители профсоюза жалуются, что пока судебный процесс затягивается, работа предприятия парализована. Напомню, металлурги требуют от владельца повышения заработной платы. Мы не остановимся, пока не добьемся результата. Если вдруг нас кинет суд, если вдруг нас кинет Арселор, миллиардер, мы будем готовы действовать так, как действовали наши братья-профсоюзы в свое время. Брать в руки то, что нужно брать, и защищать, правильно, свою семью, свою зарплату и своих детей. Профсоюз сегодня объединен.